На территории войсковой части, дислоцирующейся в Валуйском районе, ввели в эксплуатацию новую казарму. Она рассчитана на 300 человек и отвечает всем современным требованиям по организации отдыха военнослужащих. Как устроено современное солдатское общежитие? Заглянем туда, куда обычно вход воспрещен. Белгородские гиревики взяли несколько золотых медалей на первенстве и чемпионате мира, которые прошли в южнокорейской столице Сеуле. В составе сборной страны выступали четверо наших земляков. 20-летний Павел Чуев снова поставил мировой рекорд. Сколько раз нужно поднять больше полусотни килограммов, чтобы стать сильнейшим на планете? В преддверии Всероссийского дня матери во всех районах области проходят торжества. В поселке Волоконовка мам, имена и фотографии детей, которых украшают районную доску почета, лично поздравил глава муниципалитета Сергей Бекетов. Дипломы получили более 30 женщин, которые знают, как воспитать победителя. На территории войсковой части, дислоцирующейся в Валуйском районе, ввели в эксплуатацию новую казарму. Она рассчитана на 300 человек и отвечает всем современным требованиям по организации отдыха военнослужащих. Как устроено современное солдатское общежитие? Заглянем туда, куда обычно вход воспрещен. Белгородские гиревики взяли несколько золотых медалей на первенстве и чемпионате мира, которые прошли в южнокорейской столице Сеуле. В составе сборной страны выступали четверо наших земляков. 20-летний Павел Чуев снова поставил мировой рекорд. Сколько раз нужно поднять больше полусотни килограммов, чтобы стать сильнейшим на планете? В преддверии Всероссийского дня матери во всех районах области проходят торжества. В поселке Волоконовка мам, имена и фотографии детей, которых украшают районную доску почета, лично поздравил глава муниципалитета Сергей Бекетов. Дипломы получили более 30 женщин, которые знают, как воспитать победителя.